В Саратове прошел ставший уже традиционным губернский бал для выпускников. В этом году в нем приняли участие отличники из Саратова и районов области. Глава региона лично наградил лучших из лучших. Они получили почетный знак губернатора. Подробности в нашем следующем материале. Уже на входе их встречают торжественно и с музыкой. В театре юного зрителя прошел ставший традицией губернский бал. Здесь собрались лучшие выпускники из Саратова и 18 районов области. Все, что происходит сегодня на сцене, для них. Для участия в губернском бале в Саратов специально приехали выпускники из Балакова, Вольска, Новоузенска и других районов области. Впервые вместо золотых медалей бывших школьников губернатор награждает почетным знаком за отличие в учебе. Его получили 124 выпускника, набравшие 70 и более баллов на ЕГЭ. Вы даже не представляете, какую серьезную работу проделали. Осилили какой колоссальный труд. В течение последнего десятилетия школьное образование реформировалось. Менялись подходы, в том числе к итоговой аттестации. Единый государственный экзамен стал не только проверкой знаний, но и психологическим испытанием. Подтверждая слова губернатора, выпускница лицея гуманитарных наук Виктория Сорокина признается, самое сложное за весь год в учебе было сдать ЕГЭ. Благодаря высоким баллам по русскому и английскому языку, истории, а также другим профильным наукам, ее мечта быть юристом сбылась. Она уже поступила в московский вуз. Тяжело было морально, но не умственно, потому что подготавливали как и учителя, так и родители помогали. И сама очень усердно готовилась. И по пособиям, и интернет-издания, и кто угодно, близкие, родные всегда были за. А так тяжело, конечно, нервов больше, чем каких-то усилий. Сами по себе экзамены оказались довольно-таки несложными в этом году, но нервы дали о себе знать. Отдельно губернатор области поблагодарил победителей международных конкурсов, конференций и олимпиад. Александр Филин, Анна Ковалева, Алексей Фенин, РЕН-ТВ, Саратов.